Принимая разные решения, я всегда помню пословицу «Скупой платит дважды» и цитату барона Ротшильда. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. В сегодняшнем ролике я хочу дать вам вредные советы. Говорю это с улыбкой. Да, сегодня будет именно вредные советы. Итак, приступим. Постройте теплицу сами, а главное не задумайтесь делать геодезические изыскания. Наймите человека, который представляется вам агрономом, но на самом деле не имеет никакого представления об агрономии, но сыпет терминами красивыми, которые не понимает. Само собой, анализ земли тоже не стоит делать. Делайте все на глаз, по наитию. Возьмите разные семена, любые, да побольше. Садите их на разной глубине. Заливайте растения водой как можно чаще. И никаких при этом затеняющих сеток в жаркий летний период. А если у вас сильные ветра, просто надуйте пленку, если у вас система надува максимально, да посильнее. Ничего, что она растянется, новую натянете. А урожай все-таки вырос? Просто свалите всю продукцию в одну коробку. Так будет удобнее его выбрасывать. Теперь вы наверняка задаете вопрос, чего я это решил снимать этот ролик. Вспомнил сегодня одного человека, который сейчас является нашим партнером. Это был тот случай, когда я знаю и без вас, в кавычках. Он потратил много денег, много времени. И хочу вам сказать, что все вот эти фразы, которые я вам пытался донести, но с плохой точки зрения, мы все это проработали в последующем ровно за месяц. Мы создали план, провели геодезию, построили теплицы, возвели обалденнейший комплекс. Правда, там небольшой, 0,7 гектара. Но сейчас, на данный момент, со всеми поддержками и условиями, человек вышел в прибыль и на данный момент довольствуется все, что у него есть. Я вам хочу сказать, что очень много нюансов, которые могут повлечь просто такие убытки. И многие, которые заходят в этот бизнес, они понимают, что это крах. Вы можете добиться этого краха только при том условии, когда вы в кавычках «я знаю все». Поэтому я считаю, вы должны избегать на первых этапах такие последствия. При этом, когда вы обращаетесь в компанию Алабина, у вас сразу все эти пункты будут единоразово перечеркнуты. И сделается одним этапом все расчеты с хорошей прибылью. Вам хорошего дня и правильного выбора. Счастливо!